Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить Final Resistance. И интересно уже, когда же мы выберемся уже из этой грёбаной, вообще гибельной инопланетной станции. Не знаю, как это еще назвать. Так, мы взяли, короче, ключи. Погоди. Надо отсюда еще ключ один забрать. Так, отлично. Все хорошо. Мы взяли с вами ключи. Всякие разные, разноцветные. Вот. И я думаю, что... В смысле? Не туда. Не туда воткнул. Я думаю, что нас выведут они... На выход. Так, а здесь у нас желтый, да? Все, отлично. Так, отлично. И что у нас открылось? Что у нас изменилось? А, у нас вон. У нас мост появился. Давай сохранимся. Чтобы по 10 раз не делать, если нас убьют. Вот. Так. Заставочки. Неплохо, Райли. Косметическая хирургия пошла тебе на пользу. Теперь ты наш. Да ладно. Я так не думаю. Я скорее умру, прихватив с собой тебя и всех твоих новых дружков. Я что-то был не готов. Тебя ничего не выйдет. В ближайшее время планета будет ликвидирована. О, да! Я полюбуюсь на это зрелище, но только издалека. Стража! Убейте его! Так, стража. Стража. Пошла вон, стража. Погоди. Погоди. Ты где? Ты где? Я тебя не видел. Да что это? Цельс. Отлично. Пропуск. Пропуск пришельцев мы взяли. Пропуск пришельцев, а здесь щит. Так, стоп. А что мне надо сделать? Ай-яй-яй. Туда не пускает. Понятно. Понятно. Ладно. Сейчас мы. Ща мы попробуем еще раз. Там какой-то пропуск, короче, взяли. Понятно. Началось. Свои щиты там. Ты где? Готов. Готов. Так, пропуск пришельцев. Так, отлично. А куда нам? Погоди, куда нам? Куда нам этот пропуск пихать? Заряд для ионной пушки. Ладно, я пока... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Стоп! Стоп! А здесь у нас закрыто. Оп! Нифига себе! Какие он тут штуки вытворяет, погоди. Мне надо в тебя, наверное. Стопы, а чем. А, вот, смотри. Смотри, пропуск пришельцев, наверное, да? Что ты беспокоишься? Я, например, давно понял, что у землян нет никаких шансов. Твое место среди нас. Такой еще спокойный просто. Ну что ты беспокоишься? Так, а здесь кнопку надо нажать, да? Вдавайся! Я сохраню тебе жизнь. Предлагаю в последний раз. Отлично, сдох. Здоровье, здоровье. Здоровье — это важно. Здоровье всегда важно. Важно во всем. Так. Да блин, застрял, ну! Убирай. Здоровье. Так, стоп. Что мне еще надо сделать? Активировано. Твою мать, а. Нет, так его не убить. Так, этого черта не убить. Погоди.
Мне надо что-то сделать, короче. Куда-то надо залезть. Он в этой, короче, в защите стоит. Он стоит в защите. Погоди. Что именно надо сделать? Для ионной пушки там. Тут мне тоже не пройти. Здесь еще нажать что-то надо. Я, короче, что-то нажимаю, выбегают чуваки. Так. Я нажимаю, выбегают чуваки. Надо что-то, короче, сделать. Я не понимаю, что надо. Смотри, я сейчас опять нажму и опять выбегу. Ау, видал, там куда-то целится? Я куда-то там прицелился. Умирай. Он своих не убивает, да? Погоди, может что-то... Я, наверное, нажимаю вот здесь вот на штуку. Там что-то открывается, и надо... Точняк. Точняк. Еще одна тактическая ошибка, майор. Райли, твой бог отвернулся от тебя. Скоро ты пожалеешь о своих шуточках, уверяю. Что? Доктор, вы здесь? Это Воген. О боже, Райли, это ты. Ты живой. Как хорошо снова слышать твой голос. А где полковник? Мертв. Он погиб, спасая меня. Да. Я полковник Гришин погиб. Он долго не выходил на связь. Он погиб за наше дело. Мы должны закончить то, что... Если честно, я думал, что Гришин будет как-нибудь замешан там на этот поворот такой будет. А его раз и убили. Почему? Где-то поблизости есть мощный источник помех? Да. Теперь я скорее не человек, а киборг. Нет. Я не хочу в это верить. Ты и так был полукиборг. Не время для слез. В конце концов, я здесь. У нас полно неоконченных дел. С чего начнем? Я расшифровала их сообщения и знаю, что они собираются делать. Они включат свои атмосферные процессоры, и через несколько дней весь воздух будет отравлен. Все умрут. Все живое умрет. Ясно. Что мы можем сделать? Я знаю только один способ помешать им. Не допустить попадания воздуха в процессоры. Произойдет перегрузка, и если они ничего не предпримут, начнется цепная реакция. Вся их база разлетится в клочья. Надеюсь. Задача не из легких, но вот это наш единственный шанс. Райли, вот это просто план. Я приложу все усилия, чтобы помочь тебе. Но, сидя там и нажимая на кнопки. Я понял. Короче, опять на нас свалили тут всякую... шляпу, как запас ионной пушки. Окей. Так, окей. Куда нам? Там, где этот чувак стоял? Проход, что ли, где? Где босяра был? Давай сбегаем, посмотрим. Так, давай. Лазерную пушку выберем. Ну да. Ну да. По идее, должна быть сохранка. Где сохранка? Сигналы твоего передатчика стали слабее. Я думаю, ты уже в нужном районе. Ты только не забудь, когда процессоры начнут перегреваться, у тебя будет очень мало времени, чтобы выбраться.
Догадываюсь. Отбой. Короче, сигнал датчиков стал низким. На этом помощь доктора Картера закончена. Так, есть сохранка? Щит. Отлично. Щитов мы уже понабирали, да? Смотрите. Целиком. Здоровье, в принципе, тоже. Так. Что там опять? За свинья вышла. Отлично. Щитов столько дают. Умрёшь. Куда ж ты денешься? Так. Желтый ключ. Новое задание. Смотри, новое задание какое-то у нас появилось. Выполняется перегрузить атмосферные процессоры, перекрыть газоснабжение обоих атмосферных процессоров и проникнуть к пульту управления атмосферных процессоров. У нас ни черта нет. Причем здесь... Два ключа надо. Два желтых ключа. Пипец. Снова собирать ключи и бегать. А здесь один. Угу. Ладно. Давай. Отправимся сюда. Ключи находятся здесь, на нижнем этаже. Или на верхнем, на нижнем, наверное, скорее всего. Значит, запомним это. Так, ящик тут двигать. О-о-о, бегемот! Ну здравствуй, друг мой. Друг мой бегемот. Инопланетный ты компот. О, их там два! Их там два, блин! Отцелься ты на одного-то сначала, добей его. Умирает, смотри, он там свои пальчики там ставит. И мне его не пробить. Еще этот маленький подпёздыш. Заряд для лазера. Так, отвалили. Блин, меня бесит то, что они, знаете, они бегают просто без перерыва за тобой. Они хотя бы, не знаю, там передышку какую-то делали. Передохни, ублюдок. Так, нет, стой. Где моя пушка? Ракетница. Че это там за тетрис они там устроили вообще? Так, один готов, ракета. Блин, у меня жизни вообще кирдык. Есть аптечка? Есть аптечка. Ну, держи. Так, пол жизни ему снесли. Отлично, стоп. Красный ключ. А вот и красный ключ. Так, погоди. Блин. Посмотреть бы. Ну, смотри, тут... этот ящик надо куда-то двигать. Погоди, здесь дверь с красным ключом, да? И там еще... Тут еще есть, что ли? Или это такой саундтрек? Давай-ка спустимся. Там еще одна дверь с красным ключом. Может, там ништяки? Вот здесь. Охренеть. Как это Кикимора стоит. В защите.
честно, я не понимаю. А, это эти. Козложопы, которые исчезают, походу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Аптечка пришельца 2. И они там разными лучами всякими мочат. Пулемет уже пошел. У него там что? Целый арсенал? Ты где? Так, патроны, патроны. Патроны. Аптечку-то хотя бы дай. Хера тут патронов. Ты видал, да? Так. Что здесь? Здесь надо что-то нажать. Потому что, блин, камера так сделана, я нихера не вижу. Какая-нибудь кнопка есть? Я сюда чисто за патронами пришел и потратить жизни. Потому что я больше здесь ни черта не вижу. Ни кнопок, ни вообще ничего. Ладно. В принципе, можно было сюда и не идти. Только зря потратили все. Жизни зря. Жизни жалко. Так, надеюсь, здесь не появились у нас бегемоты. Так, ладно. О! Аллилуйя! Аллилуйя! Сохранка. Давай, сохраняемся. Аллилуйя. Так, смотри, ключ красный. Я понял, что надо делать. Надо делать, короче, ящик под дверь, короче, подставить, чтобы она до конца не закрылась. А потом... Да, блин! Потом... вытащить ключ. Блин, я во столько игр, знаете, переиграл, да, но, по-моему, вот в этом Final Resistance камера, управление и камера, блин, это, наверное, самое поганое, что я вообще видел вообще в играх. Просто какой-то трэш. Неужели сами разработчики, когда делают игры, они их не проверяют? Самим-то интересно, приятно было бы вот играть вот с таким вот управлением. Еле пролез. Блин, там место в вагон. Еле пропихнулся. Окей, давай еще раз сохранимся. Чтобы по новой все это не катать. Так. Тут у нас очередной трэш творится. Воу-воу-воу-воу. Ладно. Желтый ключ. Ах ты тварь. Вот ты. Так, погоди, мы помним, как мы ее убивали, да? Мы ее убивали этой штукой. Ай-яй-яй-яй. Там что-то вывалилось. О, здоровье. Отлично, так. Здесь нужен желтый ключ. А что нам делать-то теперь? Где? Вы где, твари? Где это говно ползает? Где? Есть, готово. Завалил? Все, больше нет. Ладно, от этих избавились. Так, погоди. Может куда-то залезть, я не знаю.
Там вон, смотрите, проходы, да, наверное, по этим штукам надо залазить. Точняк. Так и есть. Да блин, камера сраная, ну. Какого хера ты направляешься? Так, ладно. Погоди. Надо осмотреться. Тут проход. Блин, такие какие-то крики непонятные, да? Какие-то визги. Так, смотри, ну там проход. Здесь проход. Давай сюда полезем. Окей. Ага. Желтый ключ. Отлично. Забрали. Это мы открыли. То бишь, сюда нам желтый ключ, в принципе, не нужен. Один желтый ключ есть. Теперь надо... Давайте в другую дырень. Ох ты, бог ты мой. Да что ты, блин, как ты меня бесишь-то, а? Вот нахера придумывать вот это вот говно? Просто, да просто пипец, тут не залезть. Говна кусок. Залазь! Так, где? Вот сюда вот мы не лазим, да? Только свались. Так жопу надеру. Мама, не горюй. Охренеть! Охренеть! Там еще. Вот этот дым. Да что там еще, что ли? Смотри, целится. Ну и где ты там? Чувырла. Где ты, с какой стороны? Подо мной, что ли? Ох, как меня бесит эта камера. Так, этот газ, он пар или газ, что он там творит, что за британцы, а? Инопланетцы. Это и главное не плюхнуться, главное не плюхнуться. Окей, есть, пролезли. Пролезли, а здесь у нас так. Опа. Неплохо так током швырануло. Окей, смотри, второй ключ. Да что ты творишь-то, ну? Ой, там уже встречают. Ой. Знаете, встречает, как будто я приехал из долгой поездки. Здоровье, отлично, здоровье. Так, нам надо отсюда выбраться. Отседова. Наверное, опять поверх. Сраная камера, но. Да что ты, да, блин? Как меня бесит это говно. Райли, прекращай! Сколько можно, блин? Почини ты сраную камеру и сраное управление. Киборг ты сраный.
Нет, нет, только не падай, пожалуйста. Отлично. Отлично. Так, все. Возвращаемся назад. Где тут выход? Здесь. О. Фу, блин. Просто какой-то атас, реально атас. Сохраняемся. Отлично. Здесь он сейчас, смотрите, сейчас он пролез нормально. Похудел, что ли? Электричеством жирок, наверное, сожгло немножко. Так, гляди, что за звуки. Слышишь? Или они такие и были здесь звуки эти? Так, две штуки. Раз. И два. Раз и два. Смотри, никого нет. Странно. Странно. Так, пришельцы, аптечка. Сделать перегруз надо или что? Погоди, я что-то не понимаю вообще. А, во. Надо держать, нажал и держишь. Это прибавляет. Короче, перегруз, значит, надо делать. Да блин. А, не смотри, не делается. Погоди. Наверное, на этот А надо, да? Так, убираем. Всю мощность на одну, наверное, надо, да? На полную. Да сколько вас тут? О! Вот на эту букву А надо сейчас всю мощность смотреть. Давай! Давай на полную мощность! Давай! Мы сейчас все здесь уничтожим. Я правильно сделал? Все, больше ничего не надо делать здесь. Хотя смотреть, что у нас ничего не произошло. Может, надо выйти? Что-то странно. Что-то странно. Странно это творится. Так. Уедем? Хер, нас не выпускают. Погоди, значит, мы что-то не то сделали. Я думаю, должна быть какая-то заставка. Хотя фиг знает. Да, я думаю, там какая-то заставка должна быть. Или может мощность на какую-то другую, не на А. Давай сейчас по порядку попробуем. Сюда. Нет. Так, может сюда. Это
нет. Сюда. Не знаю, я так предполагал, что... А, это вот, типа, главный реактор. Она сказала перегрузку сделать или что, или вообще вырубить? Так, выполнено пульт управления. Управление процессорами, понятно. Выполнено подача обоих атмосферных процессоров. Перегрузить атмосферные процессоры. А, перегрузить, вот. А, или все, может... Погоди, может все надо перегрузить? Ну все навряд ли получится. Хотя попробуем, не знаю. А, ну все, вот и все. Херушки. Перегрузить. Может, здесь есть какая-то кнопка еще? Эта дверь не открывается. Она, наверное, откроется, когда мы перегрузим процессор. Так, ладно. Так, вот этот сделаем перегруз. И вот этот сделаем перегруз. О, отлично, точно, я в точку попал. Все рвануло. Все, валим. Валим, валим, валим. Так, окей. Блин. Сохранка есть? Есть там сохранка какая-нибудь, нет? Где? Обратно у нас нет? Не выпустит обратно. Твою мать. Опять ключ, смотри. О, бегемот опять прибежал. Держи. Так, один готов. У меня там второй просто клацал. Да отвалишь ты от меня. Чё ты пристал-то так, как банный лист к жопе, а? Чувак. Всё, отлично, сдох. Просто прилип ко мне такой. Так. Туда, смотри, вон там можно ключ вытащить. Ну, давай попробуем. Давай попробуем вытащить ключ. Потому что я думаю, не вытащив тот ключ, мы, наверное, не пройдем через дверь. Или хотя наоборот, может. Блин, тут вообще так все запутано. С этими ключами. Фиг что разберешь. Так, а что мне сейчас делать надо? Бегство. Найти выход и покинуть цех переработки. Вот так, да? Так, ключ мы вытащили. Давай, пойдем. Опа,
пойдем сюда. Сохраночку. Я чую вот в заднице, что мы сейчас скоро все. Ёлки ломаные. Стоп. О, там еще пушки, смотри. Смотри, здесь еще. Забрать. Блин, где эти пушки-то сраные, но! Ни хера не вижу! Так, умер. Одна готова. Вот она. Готова. Там была где-то аптечка у кого-то. Здоровье, здоровье, я успею. Ха-ха-ха, я не успел, а. Блин, я не успел. Так, что дальше? Охереть. Привет, друзья. Да твою мать, ты задрал, ну! Сдохни! Ты чё ты в стенку-то стреляешь? Как ты меня задрал? Хорош там прыгать. Смотри, я ему в голову стреляю. Он не дохнет, ни хера. Ну что ты? Да держи ты. Вот как, блин? Стукни нахер. Охереть ты, смотри, сколько тут добра. Блин, это реально не к добру. Реально не к добру. Офигеть. Так. Откуда я пришел-то? Тут дверь закрыта. Так, окей. О, смотри, сохранка. Сохранюха. Сохраняемся, дорогие друзья, и на этом будем заканчивать. Вот. Продолжим уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Не забываем комментировать. И с вами был Валерий. Всем пока.